Привет всем! Привет. Мы собираемся на экзамен в музыкальную школу. Ага. На прослушивание. И сейчас Инна приводит свои руки в порядок срочным. Срочным порядком на приводит в порядок. Она стирает лак, которым она накрасила, еще и с глиттером. Это вообще такой ужасный лак. Да? Его теперь оттереть, я не знаю как. Вот она сидит и ковыряет. А я не могу. Ну ладно. Мы сейчас быстренько пьем кофе, собираемся. До связи. У меня не получается. Да, покажись, как мы нарядились. Ну вот, идем нарядные на экзамен. Надо бы подраспеться. Ну-ка давай потихоньку, пока никто не слышит. Пью на месяц апреле, в старом парке тает снег. И веселые качели начинают свой разбег. Ну вот, мы пришли. И сейчас мы пойдем поступать. Давай. Мы стоим, волнуемся. Сейчас выйдет девочка, и мы пойдем. Инна уже боялась, уже перестала бояться. А мы уже прошли все. Да. Вот мы уже идем обратно. Только под дождем. Ну, экзамен я уж не стала снимать. Результаты. Да. А может, это нельзя снимать? Может, это лично? Ну да, я уж не стала просить снимать непременно экзамен. Ну, в общем, что у нас было? Попросили спеть. Ага. Даже припев наш не дослушали. Да. Самое, с чем мы так долго репетировали. Не дослушали. Мы спели только куплетик. Потом, ну, было вот это вот там прохлопать ритм, найти нужный звук на клавиатуре. И там еще надо было, вот этого я не знала, определить, сколько звуков. Самое сложное. Один, два или три, да. Ну вот Инна там кое-что правильно сказала, где-то ошиблась. Ну там, правда, инструмент был, что-то так себе, правда сказать. Как ты? Я бы тоже в некоторые моменты задумалась. Два или три как-то он очень звучал так. Вот, ну и все. И нас отпустили, сказали, что 31-го будут результаты. А, я думаю, по-любому поступили. Да ведь? Да, я тоже так надеюсь. А я так боялась, такая. Ну ладно. Мы пойдем. Не наговаривай из себя. Пошли радоваться жизни. Погода что-то решила, что хватит нас баловать. И решила строго нас наказать за то, что мы не обращали внимания на хорошую погоду. И вот теперь мы вот в момент обратили. Да уж. Нам еще тут надо было на работу вернуться, потому что у меня была одна женщина записана, но она, естественно, не потащилась по такой погоде, а я вот потащилась. И зря. Ну, может, и не зря там. Очень удачно встретила главного врача, которая не могла всю неделю подняться наверх. Это наша школа. Иннина, точнее, не наша, а Инусина. Школа, говорит, твоя. Я так люблю дождь. Ну, я тоже, но я предпочитаю на него из дома смотреть. Летю под дождем. Лучше крылышки быть. Вот, а спортсменам им как-то все равно, вон они занимаются, продолжают на стадионе. Я школу хоть бы не что. Блин, а что нам не ворота не ставили? А вы что, играть умеете? Я слышала мяу. Мяу? Да, кто-то. Кто-то мяукает. Кто же это может быть? Я хочу забрать тебя котенка, который сейчас мяукает. Может, все-таки развеется, а? Давай, погода, ухудшайся. Блин, ухудшайся. 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 Давай, погода, ухудшайся. Давай снег сразу. О, я вижу. Подожди. Я вижу облачных лебедей. Облачных лебедей? Да. Я их вижу. Ну, ладно. О, смотри, чуть-чуть развеялась тучи.
А нет, еще и гроза будет. Смотрите туда. О, да. Нет. Блин, извините. Смотрите, грибочки растут. Сыроежки, их полно. Вон, везде. И вы думаете, где это все? Это прям вот посреди поселка. Рядом с домом. Видите, что? Вот их тут прям полно. Вон. И там в лесу, и вон еще. Они везде тут. Можно ходить, не выходя это. Не отходя далеко от дома. Вышел на 15 минут, набрал грибов, пошел домой. Кто мне расскажет, кто подскажет? Где она, где она? Где она, где она? Я пою «Маленькая страна». Уже полпесни спела. Ой, хорошо, дождь кончился. У нас дождь есть. Ну, у меня зонтик сломался. Он отказывается закрываться. Как я называла подписчиков в течение все год. Всего года? У меня было 1 000 000 аккаунтов в лайке. 1 000 000 1 000 000 аккаунтов в лайке. Так, ну-ка, тут что у нас? Тут уже выбрали все? Или еще грибы есть? Я сейчас буду каждый гриб показывать, конечно же. Мне же заняться больше нечем. Тут не видать. Все, выбрали до нас. Нет, это вообще это прекрасное место. Кто любит собирать грибы, не отходя от дома? Добро пожаловать в Рябчинский, Свердловская область, Урал, Россия. Ну, тут на самом деле хороший поселок. Небольшой, конечно, но тут очень клево. Мне здесь нравится больше, чем в городе, где я раньше жила. А мне нравится. Инка на кусты нападает. Инна, ну что ты делаешь? Ин, ну что ты делаешь? А, она хочет, чтобы на нее капли, да? Да, да. Понятно, понятно. А мне нравится. Диковато, ребеночек. Ну что я делаю? Ой, на меня прям капля упала. Ну как получилось-то, что ты хотела? Весело. Пойдем туда. Пойдем весело. Весело. Я без капюшона иду. Я такая... Ну ладно. Мы пошли дальше нападать на кусты, и чтобы на нас дождь лил. Ура! Ну, видимо, да. Ура! Жизнь! Жизнь так прекрасна. Все, до свидания.